Всем привет! В эфире очередной выпуск программы Тикетон Лайв. Мы рассказываем вам о самых ожидаемых событиях и самых интересных премьерах, а также делимся интересными цифрами казахстанского кинопроката. Сложно себе представить что-то страшнее женской ревности, помноженной на глубокую обиду. Ницше говорил, что ревность – это остроумнейшая страсть и, тем не менее, величайшая глупость, а герои нашей новой картины с охотой подтверждают эту мысль. Фильм «Наваждение» стал режиссерским дебютом продюсера Денис Денови. Она неоднократно сотрудничала с мрачным сказочником Голливуда Тимом Бертоном. И уже одно это говорит многое о наполнении премьерной картины. Фильм рассказывает о Тессе в исполнении красавицы Кэтрин Хейгл, остро переживающей развод с мужем Дэвидом, который ныне помолвлен с новой женщиной, ко всему прочему вторгшейся в жизнь их дочери Лили. Неудивительно, что ревность и унижение Тессы принимает патологический характер, а приемы мести становятся все более и более изощренными. Мурсик, мамочки, насколько хорошо ты знаешь Джулию? Ты ведь очень сильная. В том, что случилось, нет твоей вины. У меня были только Дэвид и Лили, а ты отняла их у меня. Кто прислал тебе цветы? Что значит, вы не знаете, кто заказал доставку? Расслабься. Никто не знает, где ты живешь. Где твое кольцо? Почему ты его не носишь? Она издевается надо мной. Я совершила всего одну ошибку и сожалею об этом каждый день. Тесса, прощай. Джон Малкович, Майкл Дуглас и возмужавшая Орландо Блум. Пожалуй, это именно тот золотой состав, чтобы покорить любого зрителя. Но все-таки главная роль в следующем фильме досталась женщине. Фильм под названием «Секретный агент» повествует о том, как не просто стоять на защите интересов родного государства, особенно если внешне ты хрупка и безобидна, да еще и взболтнула лишнего, как обыкновенная девушка. В результате катастрофической ошибки агент ЦРУ в исполнении Нумерапас выдает секретные сведения, которыми завладевают террористы. Над английской столицей нависла угроза биологической атаки, репутация агента висит на волоске, и ей просто необходимо исправить свою ошибку. Сделать это будет непросто, ведь теперь непонятно, кому можно доверять, а кому нет, кто друг, а кто враг. Говорится в Лондоне. При чем здесь ЦРУ? Что за теракт? Ми-5 привлекает для этого все ресурсы. Я знаю, кто сливает информацию. Его нужно остановить. Нам нужны твои навыки. Ты должна пойти первой. Какой твой статус? Опасность. Меня обнаружили. Думаю, я твой единственный друг. Заключенный сбежал. Я его из-под земли достану. Забудь о прошлом. Иначе оно будет стоять у тебя на пути. Не знаю, под силу ли премьерам сегодняшнего дня оказаться в тройке лидеров кинопроката будущей недели, но в одном я уверена на 100%. Рекорд фильма «Форсаж 8» им побить вряд ли удастся. Восьмой эпизод нашумевшей франшизы установил исторический рекорд. Кассовые сборы первого уикенда картины составили 534,2 миллиона долларов в мире. Никому в истории такая цифра не покорялась. Ближайший конкурент в виде седьмого эпизода «Звездных войн» собрал 529 миллионов. А казахстанский вклад в копилку фильма по нашим подсчетам превысил 1 миллиард тенге. Такой триумф не оставил другим фильмам проката шансов на пристальное внимание. Вторую строчку рейтинга занимает «Время первых». Сборы картины составили 71 617 тысяч тенге. Замыкает тройку фильм «Уйти красиво» – 26,2 миллиона тенге на второй неделе проката. Минувшая неделя действительно запомнится не только ошеломительными киносборами, но и грандиозным успехом Димаша Кудайбергенова, концерт которого состоится уже 27 июня в Астане. Вокальная феерия Димаша на крупнейшем китайском телевизионном конкурсе певцов «Айма Синга» привела в восторг огромную зрительскую аудиторию. Уже сегодня наш сервис получает несколько заявок в день от поклонников из Поднебесной империи, желающих попасть на концерт. Феноменальный голос, музыкальность, артистическая харизма и общая высокая культура пения делают Димаша незаурядным явлением казахстанской музыкальной культуры. Уверена, что этот актюбинский парень с легкостью соберет 30-тысячный стадион Астана. Арена. В рейтинге ожиданий также уверенно зафиксировался Валерий Леонтьев в городе Шымкент. Южане действительно соскучились по выступлениям громких звезд.
На этнофестиваль Форе в этом году билеты раскупаются за несколько месяцев вперед, как, впрочем, и на выступление Скриптонита в городе Астана. Настало время очередной порции бесплатных билетов в кино. Поздравляем нашего очередного победителя и желаем приятного просмотра! Если и у вас имеется непреодолимое желание сходить в кино бесплатно, пожалуйста, делитесь данным видео у себя на страничках в социальных сетях с хэштегом TicketOnLive53. А также не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Мы также будем рады вашим лайкам и комментариям под данным видео. У меня на этом все. Я желаю вам приятного досуга. Пока!